Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, и с вами, как всегда, Алекс и Warzone 2.0, режим DMZ. Чё по боевому пропуску? Второй сезон уже здесь, говорят. Да, уже здесь. И мне тут осталось уже на 86% выполнил, хотя не сильно играю. И осталось совсем чуть-чуть, а где же перезагрузка второго сезона? Где добыча? Где все это интересное? Опа! Подожди, здесь что-то появилось. Так, ну это было. Здесь что-то появилось, это было. Мне не нравится. Это что такое? Черный призывающий облик исполнителя Харанди. Нихера себе. Нихера себе. РПК какой. И мини-бак. Ну, блин. Ребят, мини-баг не очень. Мини-баг совершенно не очень. А это что? Так, а это у нас... Ой-ой-ой. Ну это, чтобы, значит, враги, рандомы и боты по тебе не промахнулись. То есть вообще не промазали ни разу и не потеряли на карте. Можно вот этот скинчик купить, да? Это М4, которая, в принципе, хороша всегда. МХ9, который, кстати, тоже неплох. И всякие визиточки такие вот, ну, непонятные. Короче, не знаю я. Я хочу не сильно этот РПК. Не очень, мини-баг не очень. Ритуал, что-то здесь еще про дьявола под маской. Смотри, какая визиточка. Я очень... Ну, ты понял, да? Ты знаешь, ты калик пришел. Поэтому я очень-очень хочу вот этого. Сейчас найдем, мы его поставим. И у нас будет вот такой вот скин. Его можно выбрать для всего. Сразу выбрать для всего. А появится он ли он для... Ты что, попасть не можешь? Вот. Подсаппортили, да. То есть не совсем не постреляли. Ну что ж, быстренько откисли. Если что, я так буду делать, наверное, постоянно. И заходить Zero to Hero. Потому что некоторые ребята пишут оружие. Ребята, оружие некуда ложить. Также по ключам... В принципе, ключи полностью забиты, укомплектованы, какие-то квестовые, какие-то нет. Красный пропуск. Билдинг 21, билдинг, синий пропуск. То есть, ну, вот такие вот эти пирожки, значит. Пойдем мы в Ашика, в Zero to Hero. Это самый хардкорный режим. Если ты не находишь там игроков, а находишь рюкзачки, чемоданчики, и они вышли, ты знай, это боты их шотнули. И просто вытерли с этой карты, потому что с ботами здесь сражаться, это тебе не с челиками, конечно же. Вот, может, челик попадется, но я что-то сомневаюсь, я сколько не заходил, челики лежат буквально 3-4 минуты начала катки, может, даже меньше. И челики уже лежат везде, по всей карте можно ходить, собирать рюкзаки, броньки и все такое остальное. Вот, поэтому сходим, скинчик мне новый очень нравится, вот, если ты смотришь это видео, то ты знай, что он есть, его можно взять, я не знаю, это не то, что лучший скин, но довольно хороший. Ну что, погнали на Ашика. Добро пожаловать в DMZ. Вот такой вот скинчик у меня, пробежали, так, а здесь большой рюкзак, и здесь есть средний рюкзак еще. Ребятам нахер не надо это, понял? Я пойду оружие чекну наверху. Оружия нет, нихера. Блин, залезь, пожалуйста. Чё последнее время с Warzone, не знаю. Постоянно, значит, нечестные игроки какие-то есть. Постоянно, это просто я не знаю. Наваждение какое-то. Я думал, в КБ-4. Плюшевый мишка, фига себе. Так, опа, здесь кто-то прошел. Очевидно, бот. Да, но у меня нету ни одной пушки. Ну, ребят, есть сейчас. Сейчас они достанут мне пушечку, наверное. Ай, попади ты в окно, это собака. Какие-то активные ребята очень попались. Пулемет РАУ. Вот
этот получше может быть. Вот этот получше может быть. Так, мне бы еще что-нибудь интересное, конечно, найти. Оружие какое-то более мобильное. Дорогое позабираю. Ультра-1, это главный. В вашем районе обнаружены радиоактивные материалы. Вам нужно радиоактивные материалы прям делают сразу. Проверьте тактическую карту. Обычно сюда перки залутанные ходят. Отметил элитную пехоту. Я понял, братуха, дай мне. Чтоб немножко брони. Ёб твою. Вот это тоже напрягает. Берешь не то. Постоянно. Ты нихера себе. Под контролем противника. Чё здесь было? Уже ничего нету. А чё, брони не было? Они залутали так, а брони нет. Твискерс тут. Эти тут БПЛА. Пойдем на БПЛА, мне все равно. Мне бы в магазин потом что-нибудь продать еще, наверное. Икар, не, икар не хочу, РААЛ получше будет. Цитадель отмечена. Давай, пошли. Куда вы там идете? Я с вами в новом скинчике побегаю, так сказать. Обновлю его. Поскисаю, поздыхаю. Молодец. Тут челики могут быть. Тут могут быть челики. Там боты. Тут боты. Так, а БПЛА кто-то заюзал, и это не мы явно. Внизу боты стоят. Боты, боты. Боты. Опа. Кто-то активно с этой стороны стрелял. Могут и на вышке сесть. Я не знаю, они не понимают, наверное, что здесь могут быть сейчас люди. Я бы не шумел. Берите трофеи, если кому надо. Рюкзак. Магазин. Никого не вижу, по крайней мере, сейчас. Ребят, какие-то пушечки есть хорошие. Но первая бронька, надо вторую теперь найти. Тишина. Но нет, там были челики. Вышку мы же не могли активировать, правильно? Я думаю, нет. Ребята подлутали всего, взял один саморез только. Броню не взял. Я пойду здесь чекну саморез. Здесь бывает. Но не в этот раз, наверное. Да, не в этот раз. Подозрительная тишина какая-то в катках, понимаешь? Очень подозрительная. Здесь вышка, я не помню, наш заюзал, не наш заюзал. Меня зацепили. Одни дробовики и пулеметы. Тут что-то оружия уже нормального нету, а нет, здесь был челик с рюкзаком. Вот, кто его убил, честно говоря, непонятно. Но явно не наш, потому что можешь не писать, наш вроде сюда и не ходили как бы. Там что-то ищет. Вышка БПЛА явно не наш. Вот портативный радар все ставит. Вышечка не наша.
Цитадель отмечена. Видишь? Погнали. Куда ты там хочешь? А чё ты не едешь? Запрыгивай, ёпта. Хотят по цитаделям пройтись. Давай пройдемся. Один радиацию, один цитадель. Вообще капец. Достаньте счетчик Гейгера и проверьте район. Зачем так разделились? А вот эту вышку он сейчас заюзает. Так, и вышку, когда он заюзал, я, пожалуй, присяду сюда и осмотрюсь, что здесь у нас. Вот вертолет улетел, еще один улетел, это все боты. Ультра-1, внимание, ударный вертолет противника летит в вашу сторону. Опять Мишка, уже два Мишки. Что за медведи, может по квесту? Так, тот там, тот на цитадель, мне цитадель интереснее немного. Опа. Иду сюда. Возможно, здесь противник. Либо бот. Бот. Просто так пробежал. Ультра-1, цель достигнута. Идите в пункт эвакуации. Да ёлы-палы, боты. Ультра-1, вонючие, а. В районе повысилась. Смотрите в оба. Они бегают так, как челики. Очень трудно отличить. Ваш отряд разделился. Рекомендую держаться вместе. Контакт! Да ёб твою налево. Челиков вообще не вижу. Чё-то голый пулемет РАЛ не очень мне. Ультра-1, разведка считает, что это могла быть приоритетная цель, на которую у нас есть контракт. Подтвердите ликвидацию, чтобы получить оплату. Это у меня приоритет. Я приоритетную убил. А, точно. Давай, поехали. Я приоритетную убил. И получил вот такое вот говно, а не пушку. Ультра-1, беспилотник. О, броньку нашел. Нихера себе. Нифига себе, где-то выдрал броньку в цитадели, побыстренько. Отдал своему тиммейту, я вообще без броньки. Я под обстрелом! Без броньки сносят все мне. Давай, открывай, у кого ключ есть. Саморезик хоть. Ой, тут щитовик бегает, ёпка. Вы можете ускорить восстановление оружия. Я под обстрелом. Активность в вашем районе разведет подсумок для брони. Где подсумок для брони? Где подсумок для брони ты нашел? А, вверху. Вверху иду. Спасибо, ёпта. Они и мне оставили. Нормально. Спасибо. Подсумок для брони залутать. Вот за забором. Так, чё вы на ящик хотите или чё? Ой. Ой, ботинки какие, а. Не, смотри, ребята более-менее нормальные, активные. Где регистрация-то, а? Где регистрация? Пластин нету уже, а. Не понял, здесь кто-то есть? Иду сюда. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите, у меня трофей.
Оу, я на трофей. Пробую выйти. Иду в эту точку. Иду. Так точно, вижу тайник. Пробую, у меня брони нет нихера уже. Но есть мишки. И куча всего. Попробуем захватить. Этот выкинь нахер. Вместо этого, а это возьмем. Вместо этого, я не знаю, зачем череп надо. Пулемет Раал. Может, лучший какой-то, не? О, с прицелом уже. С прицелом. Так точно, вижу тайник. С прицелом пулеметик. Сразу можно продать череп этот. Чё надо нам? Так. 21 куплю. И это куплю. Так, ключ я забрал. Ключ 21. 21. Все, будем накапливать. Кто где противника видел? О, ну это нормально. Минометочка есть. Слушай, а скинчик хороший, мне нравится. Но боты все равно видят. Это что было? Лахман сука, у меня? У меня говно какое-то было. Погнали. Что-то мы отсюда не выйдем, мне кажется. Выйдем. Нет, отсюда не выйдем. Но обратно только. Цитадель отмечена. Опять цитадель. Опять цитадель. А где все противники? Один дохленький какой-то валяется там, где ППЛА, и то, наверное, боты убили. Потеряли там, алё. Потеряли нашего, говорю. А могу я выйти? Я просто так езжу уже. Нихера нету тут никого. Вон тут цитадели куча, поехали. Сейчас надо цитадель, мы еще на этой не были. Ой, ёб твою. А вот здесь может быть точно враг. Ну, кроме этих, конечно. Облутано. Здесь облутано. Ага, рюкзак чей-то. Пропуск в цитадель. Не надо. Бронежилет, смотри. Еще рюкзак. Открывает цитадель. Да тоже не надо, в принципе. Я пошел, наверное, на вышку. Здесь, смотри, все облутано. И дохлые тупо ребята лежат. И это 100%. Есть патроны. Есть наш ящик с боеприпасами. И это 100% не наша работа. О, это наш БПЛА заюзал. Вот я только об этом подумал, понимаешь? Я только об этом подумал, он заюзал. И давай посмотрим быстренько, где кто. Никого. Да просто никого. Может, опять какие-то нечестные на карте.
Эти-то честные. Ультра-1, внимание, ветер усиливается. Они откисают даже. Вот я стою, так уже бы давно кто-нибудь меня просто этот... Шотнул бы, да и все. Вот и только бегает. Погнали. Что тут делать? ЧВК нету нихера. Челиков. Здесь какой-то слабый след, но тоже боты. Везде боты. А что ты с них хочешь? Пособирать что-то? Не пойму, что он делает. Не пойму, что делает, конечно, но очень интересно. На эвакуацию, короче, все. Ботинков только убили, один бедненький откис там, эти тут откисли. Ультра-1 это главный. Беспилотник возвращается на базу. Очень грустно, что возвращается. Че вы, как вы откроете? Можно оббежать, в принципе, да, я не помню, с крыши можно, не? Во, где-то огонь. Ультра-1 на поражение. Слышишь? Убедитесь, что у вас где-то могут быть... Да, броню вставь. Где-то могут быть челики. Вот, здесь боты. Здесь сейф. А здесь кто-то что-то делает, по-любому. 1-4 в точке эвакуации. Рекомендую поторопиться. Ну, давай так сделаем. Начинайте работу! Позиция отмечена! Так точно! Минометы дали залп! Сейф еще хотим вскрыть, да? Ящик не надо мне. Здесь наш ящик с боеприпасами. Ой, бля. Ой, бля. Ботинок по-любому. Дима, без результата. Ботинок по-любому, он не промазывает. Я не пойму, там вот вертолет этот противный. Смотри, сколько ботов. По-любому там есть кто-то. Возможно, последняя команда, потому что часто здесь дохнут просто от ботов. Просто от ботов, банально от ботов. Я как в прошлый раз... Ультра-1, это главная радиация распространяется. Да и хер на нее. Хер на то. О-о-о-о! Там джиггернаут, ёптвы. Там джиггернаут. А я не знаю, что он вышел. Нихера себе, а чем это он так? Будьте осторожны. А чем так этот желтый расфигарил их? И гранатомет есть? Чем ты бегаешь там? Гранатой? Газ распространяется. А газик у меня есть? На, есть говняный какой-то. Времени будет мало. Возможно, придется сваливать отсюда, кстати. На другую точку. А другая у нас вон там. Возможно. Ультра-1, мы не сможем забрать вас из этого да. района. Идите в альтернативную точку. Да. Вот альтернативная точка.
там, где на выходе сидят ребята. Возможно, я не уверен. Но там Джаггернаут ходит. Он вышел из подземелья, что ли? Они обычно под землей ходят. Херую он тут будет делать, не знаю. Погнали отсюда, ну его нахер. Так быстрее будет. Блять, да почему по мне все стреляют? Бля, почему по мне? Не стрелять по мне, я ухожу, я хороший. Я хороший, я без брони уже просто хороший. Я хороший без брони. Бля, задолбали вы боты. Я на последней секунде. Хотя придется все равно пойти откиснуть где-то, чтобы начать Zero to Hero в Almazar City. Я уже не вижу противники, не противники здесь. Да нету никого на карте. Вот почему катки так долго грузят. Ну не, это на дальнюю дистанцию нет. Сейчас боты полезут со всех щелей. Но Джаггернаут вышел, это, конечно, новость. Подойдите к трупу и проведите опознание. Еще приоритетная цель. Вообще не точный. Вообще не точный пулемет. Абсолютно не точный. Может его собрать можно как-то? Ой-ой-ой, не-не-не. Я в прошлый раз сражался с этим вертолетом, я больше не хочу. Ребят, мы не успеем на выход. Ну его нахер. Вертолет очень мощный. Так, либо так пойдем, я не знаю, я просто без оружия, либо возьмем Лахманзу и пойдем в Almazar City, постреляем там кого-нибудь. Вот, здесь очень мало людей, они боятся ботов. Это кто? Это бот, да? Бот. Они очень боятся ботов, нифига себе. Я тебя реанимирую. У меня квест такой. Ну чё ж, ребята, вот так вот мы поиграли. В принципе, поиграли довольно неплохо на Ашика. Как ты видел, челиков там фактически нету. Их просто уничтожают боты. Боты намного хуже, чем в Almazar. Намного. Мне, в принципе, и в Almazar не очень интересно играть. Мне вот либо Building 21, да, наша постройка, наш корпус 21, либо Ашика. И исключительно Zero to Hero интересно. Потому что, ну, с оружием в третьей броньке вообще, честно говоря, не очень интересно ходить, смотреть, как рандомы возле тебя ползают, либо вообще не ползают, либо просто пришли, стреляют ботов, у них висит много квестов, ты открываешь, какие квесты им надо сделать. У них висят самые простые квесты, но они их не выполняют. Они пришли просто пах-пах-пах-пах по ботам сделать, откиснуть и пойти сразу в другую каточку. Вот. Я не думаю, что оружие таким образом они прокачивают. Мне кажется, они не понимают, в какую игру они играют. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. В следующий раз мы пойдем в Zero to Hero. Я уже подготовился в Almazar City.